На треть снизилось количество заключенных договоров долевого участия в Башкортостане в первом квартале текущего года. Тем не менее, республика осталась в десятке регионов лидеров по таким видам сделок. Статистику приводит аналитический центр ЦИАН. В целом, за этот период на первичном рынке страны зарегистрировано почти 148 тысяч договоров долевого участия. В годовой динамике падение составило более чем на четверть. Спрос вернулся к уровню 2017 года. Самый значительный спад зафиксирован в Коми, сразу на 86%. На 77% стало заключаться договоров в Воронежской области, на 75% в Ханты-Мансийском автономном округе. Прирост сделок относительно первого квартала 2019 года отмечен только в 15 регионах страны. Лидером по росту стал Забайкальский край на 168%, где, впрочем, за три месяца было совершено всего 338 сделок. Также плюсуют Бурятия, Ненецкий автономный округ и Архангельская область. Застройщики продолжают систематически поднимать цены. За собой они, конечно, тянут и вторичный рынок. Но это приводит лишь к снижению количества сделок и перетоку покупателей потенциальных, которые, например, пришли покупать новостройку, уже на готовое жилье. Потому что хорошие и надежные объекты в новостройках на этапе строительства стоят уже порой дороже вторичного фонда. А вторичный фонд – это все, что готовое, уже сдалось. И предпочтение покупателей уже уходит на готовое жилье. Среди регионов-лидеров по количеству договоров долевого участия наибольший спад в Ленинградской области. Сделки там уменьшились наполовину. Динамика минус 34% в Новосибирской области. В Башкортостане за три месяца заключено 3258 договоров. Это на 31% меньше, чем за первый квартал прошлого года. Самый высокий спрос остается в Москве. Падение в столице составило лишь 5%. Наибольшую стабильность показал первичный рынок недвижимости в Краснодарском крае, где количество договоров сократилось на 1%.